На базе Центра дополнительного образования отгремел кастинг второго сезона «Школы блогеров». В ряды будущих медийщиков пришли пробоваться юные бобруйчане, учащиеся школ. Ребятам необходимо было рассказать о себе и о целях, которые они хотят добиться в ходе обучения. Я узнала о кастинге из классной группы. Классная руководительница скинула нам ссылку. Я зашла, почитала, посмотрела. Мне стало это очень интересно. Я собираюсь поступить на журфак в БГУ. Надеюсь, что у меня все получится. Для развития YouTube-канала пробовать свои силы пришла и Мария Мещихина. Юный блогер уже собрала 8 тысяч подписчиков и хочет еще большего роста на площадке. В своих влогах школьница рассказывает о повседневной жизни. Сегодня она здесь, чтобы попасть в число везунчиков и повысить свои скиллы. Мне нравится снимать что-то на камеру. И журналистика – это большая сфера, можно сказать, как большая планета, где можно совместить приятное с полезным. Школа блога, она ставит правильно речь, показывает, какие изюминки можно вложить в свое видео, как правильно это делать, как, например, даже ставить камеру, как можно записать сценарий. Появится много идей для дальнейшей работы, и это будет довольно полезно. Позади полгода интенсивов, мозговых штурмов и бесконечной практики. Школа блогеров, которая успешно стартовала 11 марта, показала себя наилучшим образом. Настоящие профи современной журналистики делились бесценным опытом с молодежью. Ребятня, в свою очередь, финишировала с багажом знаний, опытом работы в сети, умением фильтровать поток информации, желанием и дальше идти по журналистской стезе. Прошлый год прошел весьма продуктивно. Мы научились держаться на камеру, разговаривать, общаться между собой, познакомились. Журналисты попробовали себя в новом образе педагогов. Нам тоже пришлось учиться. В этом году мы уже планируем выйти на новый уровень и радовать радиослушателей, телезрителей детским вещанием. Не пропустили важное мероприятие и выпускники первого сезона. Маститые блогеры поделились своими навыками, лайфхаками и хорошим настроением. Впереди трудный, но максимально захватывающий период. Юлия Вернер, Василиса Петрушко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.